своими глазами. С помощью партнеров наших CWS, мы и «Здоровый город», и «Friends of Moldova», мы решили сделать турнир по пляжному футболу. В нашем городе он проводится впервые, и надеемся, что мы его будем проводить в дальнейшем, то есть более регулярно, там 2-3 раза в год. Идея пришла совместно, в совместном обсуждении. Мы до этого проводили турнир по простому футболу, по мини-футболу, и решили сделать что-то более такое, того, чего еще не было в городе, и вот по пляжному футболу решили провести турнир. А он будет проходить в один день, сегодня, 15 сентября. Думаю, что мы успеем. Будут участники, как и дети с 10 до 12 лет, и с 13 до 15 категории. Так будут и взрослые 16+, и плюс будет еще турнир для девочек. То есть женский турнир тоже будет проводиться сегодня. Заезд! 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 Оле! На самом деле очень классная идея. Раньше пляжный футбол мы могли видеть только на интернете, либо ехать куда-то на море и на пляже играть. Как для нашего города, я думаю, это очень хорошая идея для всех учеников, для всех желающих сыграть. Надеюсь сегодня на хорошую игру, без травм, чтобы все подружились благодаря этому мероприятию. И очень благодарен организации «Здоровый город» за то, что сделали, приняли всех нас, собрали для хорошей игры сегодня на пляжном футболе. Și noi am venit ca să participăm în vârsta de 16 ani plus cu echipa liceului. Participă câțiva jucători de clasa a 11, clasa 10 și clasa 9. Avem un jucător. Este o idee foarte bună și salutăm faptul acesta. Ne bucurăm că în sfârșit este așa o ocazie de a organiza un turneu de fotbal pe plajă, pentru că este pentru prima dată în istoria municipiului Bălți. Și salutăm faptul acesta. Мне кажется, это очень интересно, потому что на обычный футбол все играли на натуралке, а по песку тут вообще другие правила, другая игра получается. Тут не важно, кто техничный, кто. Если команда сильная, то мы выиграем. Mm-hmm. И для маленьких ребят тоже новое приключение. Я с Украины, а именно с города Новояврск. Меня зовут Хижняк Тимур. Я представляю команду «Огонь». Мы из Думбрава Алба. И пляжный футбол — это для нас новое. И он нас заинтересовал, и мы хотели бы постараться занять какое-то призовое место. Ротай! 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 Есть чемпион! Оле, оле, ола! Ротай! 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 Настрой на выиграть. Мы представляем команду СП, которая и участвует в АМА-лиге, и участвовала на турнире города. Пляжный футбол в городе у нас — это что-то новое. Хоть где-то в России или других странах Европы, скажем, это проводится чаще, но это очень хороший, так скажем, опыт для всех молодых, для нас. Это что-то новое. Уже увидим, как будет. Постараемся показать хороший футбол, так как и все здесь, все настроены хорошо, потому что пропустили школу, так скажем, колледжи и так далее. Так надеемся на победить, показать хорошую игру и забрать что-нибудь с собой домой. Олимпия!